Ну чё, няха, как у тебя дела-то? Нях, Привет. вставай, Чё, привет. как дела у тебя там? Да нормально. Ну, Отдохнула, загорела. а ты чё мне своим писюном лезешь? Слышь, я вообще-то это, нормально так. Чё ты делаешь? Вообще, что ли? Я еще даже не проснулась тут, как бы, а ты Давай, начинаешь. просыпайся, няха. Ну все, проснулась, чё? Ты хоть помнишь, какая ты вчера была? Кстати, кто не смотрел? То посмотрите. Да, как мы сделали из нее конфетка. О, тверк, тверк. Давай, а какая попка? О, ну, в общем, я не знаю, давай я покупаюсь немного. Давай. Давай А со можно я мной. тебя сфоткаю и в Инстаграм выложу? Давай. Да! Сейчас. Ща, надо это позировать, а что-нибудь там. Опа! Оп, смотри. О. Как это говно. Как говно. Нет, а ты не говно, ты вообще Ты хорошая. что меня пинаешь? Офигел совсем? Иди отсюда. Так, короче, я сегодня хочу, знаешь, что сделать? Так, А, давай. пройтись по магазинам, чтобы ты мне Так. купил туфельки, новые трусики, новый лифчик и еще Нифига ты. что-нибудь. Вот, ну и возможно мы начнем копить на мою новую машину. Нифига себе. Ну я Вот она. предпочитаю какую-нибудь Lamborghini там, вот, либо BMW V8, короче. Ну нифига А себе. еще возможно новый А ты комп. вот на что ты готова, чтобы это получить такую машинку? Я тебе могу по роже настучать. Ты же няха, Ну как? ладно, на самом деле я намного готова. Иди сюда, например, покажу. Ну, Так. например, смотри, вот это. Ну вот, ну, примерно. Ого, ничего себе это. Да, это круто. Круто? Посмотри, Что, там что? таджики какие-то. А, Эй, вот. чика, подходи сюда, слышишь? Эй, да, красотка, садись в машину и покатимся. Не, не хочу, спасибо, иди разберись. А чё я Ну, их... все, я тебя сейчас брошу. Все, сейчас я. Давай, давай, Эй, заходи. сволочуги! Давай, на тебе пожу, давай, заходи, заходи, давай. Так, быстрее. Где он? Так, Медсестра. давай, живи. Медсестра, мне плохо. Так, ладно, ладно, я знаю, что можешь помочь. О-о-о. Лучше, да, опа. Да-да-да. Так, надо тут. Так, живи. Живи! Живу. Не помогает. Так. О! О. Стало лучше. Так, да, сейчас. Ого! А Что? теперь снова плохо. Нет! Живи! Так, ладно, все. Поможет способ. Ого! Помогает. Ого! Ну что, как? Врач! Да. Медсестра, вы Да-да. просто супер! Да, так вот как где? Ого, а так еще лучше! Да. Ух ты, какой попец! О, так. Умираю, умираю Опять что опять! ли? Ну, о, господи, сложная работа у меня. Ого! Медсестра, вы просто богиня! Я просто космос. Ого, да. А подожди, а я ж тебя знаю, ты что, здесь медсестрой работаешь, что ли? Ну, вроде как работаю тут А чё я. этого-то парнягу не спасли? Да я не знаю, я просто ему плохо помогала, на самом деле. Блин, значит ты это, только мне помогаешь? Ну, не только тебе, там, дядя Хриша, но я тебя потом познакомлю с ним. Так, не понял, а чё за дядя Гриш? Он, это раньше был, кстати, тут дырка почему-то, я не знаю, почему там, кстати, смотри, вид на море, на пляж. Да. Приколюха, да? Так, давайте вообще экскурсию проведу. Давай, Ну, это вот рассказывай. твой Ревген, да? Ревген. Евген, Рентген. Евген Ревген. Вот, твои ребрышки, короче. Они вроде целенькие, а вот А чё черепухи. только три-то их? Ну, твои проблемы, как у рыбы, короче. Смотри, а это твоя черепуха, тебе, походу, они нормально так арбузом проломили бошку. Вообще, а слушай, болит. И Но мне, смотри, конечно... тут еще три ребра, а у тебя их шесть получается. Нифига себе, так я чё, Вот. мутант, что ли? Ну, наверное, давайте укол в задницу ставлю. Ну-ка, поворачивай. Давай. А! Нифига себе, а я, блин, больно как-то ставишь, Я... чешется у тебя рука. Ну, не, это просто наркотики, но не суть. А, смотри, тут, короче, лежал другой пациент, спидозник, рядом с тобой, короче. А чё он? Ну, тут просто палата для нищебродов. Она, видишь, даже не Блин. закрыта здесь. Тут все закрыто, а тут это. О, а чё тут палата хейтеров? А, ну да, это палата хейтеров, давайте экскурсию пройду. Ну, здесь как бы Давай. люди, хейтеры, короче, которые дизлайки, комменты плохие пишут. А, читеры Ну, всякие. да, они вот тут обитают, как бы. Нормально их Вот, тут. у них даже мозга нету вот здесь, как бы. Ух ты, нифига. Вот, да, проходим, не стесняемся, все, хватит. А, Ого. смотри, здесь у нас Валера лежал. Ну, как бы он сейчас сидит, а лежал раньше. Вот, смотри. По-моему, он вообще уже сдох. Да не, он живой. Валера, как тебе? Как Точно? тебе? Ну да, он отвечает мне. Ну не суть. Смотри, тут можно, короче, кататься. Вот.
Сядь. Сейчас. Садись. Вот, поворачивайся, короче, и это. Нюхай попу. Давай. Ну как тебе? Тебе пудрило ее, что ли? Ну конечно пудрило, а теперь ты завис. Нет, не завис. Слышишь, ты вообще читер. Читер. Ладно, читер. Смотри. Тут слышишь, короче... а давай мне это еще приятненькое сделай. Опять что ли? Да. Ладно. О, да, ну ты вообще просто... Ну я умею на все 100, а? Да, вообще очень няшно. Ты иди отсюда уже, хватит. Ну все. А, ты находился в палате номер 6, запомни, для нищебродов самых. Блин, а? Тут, короче, часики, они никогда не двигаются, они сломаны, походу. Вот, нифига. А тут, короче, пусто, потому что это заброшенная больница на самом деле. Вот. Так что, я здесь один, что ли? А, не, я же стал. Нет, там, нас тут вообще трое, как бы. Вот. А кто третий-то познакомился? Ну, сейчас познакомлю. Тут, короче, смотри, палата номер 3 и палата додиков. Додиков. Вот. Как бы, ну... Что, там крутые додики? Ну, прям как ты, один в один. Ну, короче, неважно. О, классно. Да, замечательно. Просто тут какие-то кабинеты, там вроде опыты над людьми делают. Вот. Ну, ничего себе. Ну да, ничего себе. А вот дядя Гариша, собственно. Регаструтра, дядя Гариши. Смотри, какой няшный. Я с ним тут раньше это работала, ну и в принципе сейчас... Работала? Я надеюсь, не так, как со мной? А? Чё? Не так, как со мной работала? Ну, помягче. А, подожди, а ты случайно до меня с ним работала? Да, до, и сейчас... Надеюсь... И сейчас могу. Отойди от Гриши, слышишь ты? В смысле, сейчас... а чё, мой Гриша? Вообще... Ну ладно, ты один у меня. О-а-а. В скобочках нет. Тут компьютер есть, смотри. Ну, конечно, какой-то говёный, какой-то каменный и железный. А вот телек, что там по... О, смотри. По новостям-то что там? О, смотри, стопэ. Ну-ка, о, смотри, видел? О-о-о. Смотри. Фига себе, да? Фига себе, да. Ну да, ничего себе. Че, поехали, все. А, да, вот, смотри, там видишь, это лифт, короче. Быстрый спуск! Нет! Ну, ты опять ты тут лежишь? А, так ты же меня столкнула, мне плохо, я умираю. Подожди, а ты чё как дебил лежишь? Вообще, а тут ты меня так положила, слышишь? Давай, вставай, ложись, как нормальные люди лежат. А, ложись! Быстро. Короче, всё, лёг. Сейчас я тебе буду... Я не поняла, чё-то, а тут чё пустой шприц-то? А я это, баловался, пока не было. Чё, хранил? Ну-ка, жри его. Красава, молодец. Сейчас, короче, поворачивайся жопкой своей. Давай сейчас. Опа. Так, ну-ка давай, сейчас я тебе буду уколы ставить. Я ой, пом... я себе еще это кольну! О, адреналин! Успокойся. Давай, мне тоже страшно, давай. Вроде отпустила. Ух, так. А, нет, нельзя. Первый пошел. Второй, третий. Этот выкинуть. Теперь еще должен. Что такой тяжелый-то он идет? Еще, раз, два, три. О, еще? Блин, а что они такие болезненные? Так, типа, тихо, сейчас это, сосиской поворачивайся своей. Так, сейчас, один не дергайся только. Только не ампутируй ее. Не-не-не-не, сейчас я тебя обезболиваю. Так, анестезия. Ой. Так, чикс. Извините, ложитесь. Анестезия прошла, так, писюн вот сюда убираем. Вот так. Так, да, правильно. Так. Что ты делаешь? А я нифига. Тихо. Не дергаемся. Ляг быстро. Еще одна анестезия. Сейчас. Ну блин, а еще одна анестезия. Да блин, а может хватит? Бандажка. Давай. Так, тихо. Сейчас перевяжу тебе рот. Ну-ка, кляп в рот. Писюн. Так. Блин, он тебя не режется. Он тебя намертво присох там. Это нормально, фу. Так, стопы. Это вот этот шприц ты взял? Да. Ну-ка, быстро в кровать опять лег. Сейчас. Я еще закончил. Писюном. Сейчас писю на колено. Давай. Ну так давай, ляг. Больно. Так, ты ну-ка, что, вообще дурочка? Ты что, охренел? Я тебе еще глаз выколю. Все, отстань. Лечи меня давай. Тихо, последняя доза. Давай, ты методом лечи. Так, ладно, короче, последний проверенный метод. Ничего не помогает. Смотри, вообще. Помогает? О! Получше стало? А вот это да, намного так. Лучше. Ого! Ну вот я вылечила этого красавчика.
О, вообще няшка. Давайте лайк за эту няшку. Давайте 20 тысяч лайков, и мы продолжим вот так вот его лечить и издеваться над ним. Нифига. Знаете, ну, в общем, друзья, мне нравится. Ставьте 20 тысяч лайков. Да, и также пишите ваши комментарии. Да, с вами был Евген Бро, красавчик и... И Вайнранка, няшечка. Да, всем пока. Пока-пока.